Сейчас я вам хочу показать, какая почва была на даче. И вот эту почву мы срезали в делянках и высыпали вот сюда, где я выезжаю машиной. Сейчас я покажу, какая почва была вообще. Вот видите. Сравните. Вот почва девственная. Это то есть, где растет лес. На этой почве растет лес. А вот эта почва, это делянок. Видите? Вот такую плодородную почву может превратиться в супесь, если научиться правильно ее выращивать.